Сегодня иду на косметическую процедуру. Дочка подарила сертификат. Я вот и насадка для области вокруг глаз, орбитальная зона. Угу. Вокруг глаз, да? Да. Будет? И сверху века будет? И сверху века, да, ага. и тут все будет. Как-то нижний не беспокоит, верхний почему-то. Ну да. Висячий так. Глазки закрывайте и закройте глаза и смотрите на меня наверх. На меня смотрите наверх.
Поэтому, да. Так, сейчас давай сделаем. Мир. Не чувствую даже. Красиво это, надо же. Это для аппарата, да, надо? Да, это специально. Угу. Класс. Это гель-проводник. А вы говорите, на веки тоже, да? Он тоже там может, что он делать? Подтягивает. Эффект накопительный будет в течение какого месяца. Времени лучше делать это часто, как надо раз делать? Раз в месяц. Угу. Проводится только раз в месяц, весь этот месяц вот этот коллаген, который мы обстреливали, он будет работать на выработку собственного коллагена. А потом мы плясали, пели, орали песни там. Такая цуха была вообще. Прям довольна, что никого не позвала, никаких этих. Там табаков-то всяких, да, таких. Так, горячо не должно быть. Должно быть все терпимо. Хорошо? Угу. Если горячо будет, скажете.
чувствуете? Не-не-не, мне в глаз что-то, кажется, чуть попало. Что-то это. В глаз что-то? Сейчас я пробую. Может, не трогаю, может быть, чуть-чуть это палочка чем-то. Здесь? Так, где-то там вот все. Тут внутри прям. Чуть-чуть, мне кажется. И теперь закройте глазки. Ну там нормально все, блядь. Страшно. Сейчас нет, вы чувствуете, да, его? Чувствую тепло, тепло, да. Да, все хорошо. Ну не горячо, нормально все. Вот вентилятор с него дует. Тут погорячее чувствую. Да. Второй раз даже еще теплее будет. Как называется эта процедура правильно? Термаш. Термаш? Термаш. Процедура он... также называется термаш. Ага, он термотеплом делает, что там? Прогревает старый коллаген, тем самым уничтожает его, и идет выработка нового коллагена. Класс. А вот этот старый коллаген, он не дает выработаться новому, и за счет этого кожа такой дряблость, тусклость, обесцвание, все это. Mm-hmm.